Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала! Сегодня я нашел очень крутую игру в Play Market, которая связана с крутой реальной физикой и разрушениями тачек. Но перед тем, как мы начнем, я покажу комментарии ребят из прошлого видео. А не просто ребят, а именно тех, кто написал кодовое слово «экстрим» из прошлого ролика. Это они! Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий, а также досмотреть этот видос до конца, прямо до конца, и найти в нем секретное кодовое слово, с помощью которого ты попадешь в следующее видео. Как видите, в этом ролике, в прошлом ролике было кодовое слово «экстрим», и все те люди, кто написали его, попали в ролик, поэтому досмотри ролик до конца, бери чипенюшки, чай, кофе и присаживайся, ролик будет реально интересный, и это крутая игра, реально крутая игра, пипец, дорогие друзья. Как видите, в ней у нас есть матч соревнования именно по дёрт-гонкам. Вот, дорогие друзья, дерби уже началось, и сейчас посмотрим, какие тут будут Оу, посмотрите, что происходит в этой игре, ребята, тут просто жесть. Эта игра, оу, как же больно это было, йоу-йоу-йоу, погодите, не бейте меня, йоу-йоу, дайте мне чуть-чуть сил, чуть-чуть отъехать, разогнаться, пипец, у меня уже колесо левое повреждено, ребята меня очень хорошо ударили. Так, давайте сейчас кого-нибудь тоже долбанем чуть-чуть вот так, опа-на, оу, господи, как же это было больно, ё-моё, вот это да, вот это они бьют друг друга, долбанули так, долбанули. Так, давайте дальше будем проезжать. Пока что, в принципе, тачка у меня в нормальном состоянии. Но вот пацаны, они там дерутся прям жестоко очень сильно. Давайте-ка сейчас ударим. Опа, оу-оу-оу-оу, полегче, полегче. Ты что делаешь? Вроде бы тачка еще целая, но это еще не факт, что мы доживем до конца. Потому что ребята там вообще мутят жесть какую-то. Давайте, оу, жестокие гонки. Жестокое дерби. Мы попали реально на шоу какое-то. Знаете, вот американские шоу, где разрушаемые, где тачки бьют друг друга. Это именно там. Это именно там и сделалась именно эта игра. Посмотрите, тачкам просто пипец. Как же они друг друга бьют. Жесть. Давайте сейчас определимся, кого будем бить. У кого уже мало хпшки. Вот, к примеру, давайте вот этого зеленого крокодильчика. Крокодильчика Свомпи. Давайте его будем... Ай, больно, больно, больно. Вы чё? У меня мало хпшки. Йоу-йоу-йоу-йоу. Полегче, полегче, полегче. Я хочу выжить в этом дерби. Так, пока что за мной никто не гоняется. По-моему, только один чувачок хочет меня побить, но давайте вот будем крокодильчика Свомпи этого бить, и сейчас попробуем его вынести. О, все, жесть, его нету. Все, мы уже одного игрока онлайн устранили. Если что, это игра онлайн, тут можно поиграть с ребятами, с друзьями и что-нибудь такое. Как видите, уже одного игрока крокодильчика Свомпи мы устранили. Давайте еще вот этого будем ломать. Ну-ка, 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 давай, давай. Так, берем разгон, чтобы меня никто не сломал в этот момент, и сейчас будем добивать его. Так, давайте желтенький, бабам. О, вот это, конечно, жесть. Никто даже не думал, что так будет. Так, давайте-ка разгонимся. У нас осталось всего лишь 4 машины. Или, подожди, почему 4? По-моему, мы сломали... А, да-да-да-да, 4 тачки. А, нет, 3, да. 3, и я 4. Так, давайте будем бить сейчас вот этого фиолетового. Или давайте зеленого, а то он фиолетового обижает. А может быть, это мой дружбанчик. Так, давайте бить вот теперь этого красного. Так, аккуратненько разгоняемся, чтобы нас никто не побил. А, не побил. Давай с тобой подеремся. Пока они дерутся, мы с тобой будем драться. Давай-давай-давай. Езжай за мной, и мы сейчас будем с тобой финтиклюшки мутить всякие. Ну-ка, ну-ка, да, где их? Ой-ой-ой, нет, сейчас меня сломают. Меня сломают. Ну-ну-ну-ну-ну, убегаем. Валим. Валим на гелике, потому что сейчас очень опасный момент, когда мы можем взорваться. Так, у нас красный, он реально красный. Давайте, тых-дых. Оу, он скоро взорвется. Он скоро взорвется. Это уже прям вот всем известная новость. Так, долбанули вот это, да. Ой, у меня уже тоже на самом деле критично состояние у машины. Главное, не слом... О, взорвали еще одного. Капец, нас осталось всего лишь трое. Так, аккуратненько. А то у нас машина тоже скоро сломается. Так, пока меня не трогают. Они там крутятся друг с другом. Так, на, сломай. Ой, больно, 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 больно. Жесть. Жесть, жесть, жесть. Пускай они разберутся. У меня тачка уже в критичном состоянии. Уже очень поломанная. И надо прям уехать от них далеко, далеко, далеко. И попробовать уже издалека разогнаться и ударить кого-то. Так, они гоняются за мной пока что. Так, нужно как-нибудь...
увернуться клево, чтобы они меня не тронули. Так, вот так вот, аккуратненько. Теперь пока что я их не вижу. Ой-ой-ой, они разгоняются на меня. О, он сломался сам. Так, мы остались вдвоем с этим чуваком. Ну, по-моему, он поживее, чем я. У меня машина прям уже разбитая. Она вся уже покоцана. И мне надо как-то разогнаться и сделать так, чтобы я его ударил, а не он меня. Блин! Жесть. Он, походу, сейчас выиграет эту гонку, потому что, ну, он, походу, такой умный чел. Так, нужно аккуратненько встать. На, блин, походу сейчас проиграю. Йо-йо-йо-йо-йо-йо, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я хочу выиграть, я хочу выиграть. Нет, чел, нет. Я буду жить, я не вижу тебя. Ай, больно. Нет, я не хочу проигрывать этому игроку. Так, дай мне, пожалуйста, хотя бы чуть-чуть так. Ударься обо что-нибудь, а я буду. Так, пока что нужно увильнуть от него. Так, аккуратненько нужно отскочить. А я буду от него отъезжать. Буду вот так прятаться через об машинки, пока, потому что я его не вижу. Тут камеру нельзя посмотреть, что сзади происходит. Блин, я могу только посмотреть, что. Я не вижу ничего вообще. Так, ладно, я не вижу то, что сзади происходит. Пока что от него убегаем, гоняемся. Так. Он у меня на хвосте, как видите, на хвосте. Но нужно его как-то обогнать и попробовать заманить в ловушку. Блин, я сам ударился. Так, блин, я проиграл, дорогие друзья. Мелкун был на первом месте. Вот это жесть. Давайте посмотрим, что тут еще есть. Ну, на самом деле, реально реалистичный, прикольный взрыв, как тут много. Кстати, в этой игре очень много машин. Тут даже есть Хаммер. Посмотрите, блин, вот это Хаммер бомбический, да, конечно. Он стоит целых 330 тысяч монет. То есть, получается, у каждого вида машин есть одна суперклевая. Ладно, прикольно. Это все прикольно, но, увы, что я могу сделать? Я могу на этой тачке покататься. Серьезно? Они дают мне прокатиться на этой машине? Блин. Жесть, вау, как она всех выносит. Ну-ка, давайте-ка такси. Это, то есть, получается, тест-драйв. Капец, вот это клево. А что у них еще за тачки есть? Ну-ка, я там видел, у них есть какая-то непонятная машина. Называется, то есть, там у них там есть снегоуборочная. Чего снегоуборочная? Танк, у них есть танк. Так это же вообще имба, может там всех выносить. Ну-ка, у них есть танк, который даже стреляет, ребята. На этом танке можно не только ездить, но еще и стрелять. Посмотрите, что за жесть. Он еще и стреляет. Ну-ка. Оу! Это же жесть. Это же реально жесть какая-то. Ну-ка, выезжаем отсюда. Так он не только что рушит всех, убивает, но еще и можно, получается, офигеть. Ну-ка. Ты. Оу! Может еще вот так. Так это имба, ребят. Это реально имба. Это имба, это просто имба. Ну-ка, а если кого-нибудь попробую задавить? Нафиг, ну-ка. Давайте-ка попробуем вот этого задавить. Так, вот она тачка, ну-ка. Ого, вы видели, что происходит с машинами, когда они видят, что я... Ну-ка, давайте попробуем его добить. Сейчас мы разгонимся и будем вообще идти на повал к нему. Давай. Сейчас посмотрим, на что способен этот танк. Ну-ка, давайте, ребят, с вас лайкос. Ну-ка. На, пипец, что происходит, ну-ка. А если вот так вот, на, чик-чубам. Ну-ка, еще, давайте, ударим его еще раз. Ну-ка, на, офигеть, ну-ка, а такси отнесет? Улетит такси? Ну-ка. О, вот это жесть. Ребят, по-моему, в игре про дерби не должно быть танков, потому что это имба. И можно всех выносить просто. Офигеть, я в шоке, что такие есть, получается, машины. Ну-ка, а что у них еще есть такого интересного, что можно купить? Машина Санта-Клауса? Серьезно? Ну-ка, ее можно протестить. И что? Так она скучная. Но она, кстати, быстрая. Она быстрая, интересно. А будут игроки замерзать, когда я буду в них врезаться? Нет. Ничего не происходит, просто машина Санта-Клауса и все. Так, давайте посмотрим, что еще у них есть. А получается... Так, ну ладно, эту я видел. А что такое у них еще? У них есть много спортивных тачек, к примеру, вот такая вот. Там еще, по-моему, я видел Bugatti Chiron у них есть, да? Вот он, Bugatti Chiron. Ну-ка, давайте его протестим. Ну-ка, что он вообще дает? Ну-ка, ого, какой звук, нифига себе. А зачем спортивные машины в игре про дерби? Это же жесть, а это же имба, ну-ка. Ну-ка. Давайте разгонимся. Офигеть.
Не, на самом деле она несется очень сильно и мощно. Так, тут у нас происходит тоже какое-то дерби или это гонка, да? Это гонка машин. Тут, то есть, еще гонки. Ну-ка, ну-ка. Вау, вот это да. Нормально, нормально, нормально. Валим так, как нормально, прикольненько. Итак, еще какие у них есть? Ну, тут куча машин, ребят. Тут машин штук 100, я не знаю. Тут реально очень много машин. И все, конечно же, я не смогу перебрать, потому что их реально очень много. Их реально 56 штук. 56. Поэтому, как бы, ну, такое. Так, давайте взглянем, что у нас еще. Так, я не хочу больше кататься на этом. Дайте мне мою обычную колымагу, на которой я катался. Так, 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 она идет вот тут. Вот она, моя полицейская. А, нет, это не та. А где мои тачки? Где мои? Йо-йо-йо-йо, я хочу свою. Вот она, где она, где она, где она? Вот она, моя тачка. Давайте посмотрим, что у них еще есть. Это у них, вау, как же много у них миссий и всего, что можно проходить. Ребята, если вам понравилась эта игра, накидайте кучу лайков, я буду ее еще проходить. Тут реально цирки есть, что-то Новый год. Реально очень много чего, что можно проходить и открывать. Если хотите, я куплю танк, так уж и быть. Если вам понравится, я куплю танк. Только нужно будет накидать кучу лайкосов на этот ролик, потому что это очень сильно важно. Поэтому вот такие вот дела, дорогие друзья. А кодовое слово в этом ролике получается, знаете, какое будет? Вот эти цифры. Все те, кто напишет кодовое слово, вот эти цифры, обязательно попадет в следующий мой ролик. Как бы очень легко, все просто. Поэтому обязательно, если тут впервые, подписывайся на канал, ставь пальчики вверх, пиши крутые комментарии и напиши кодовое слово, чтобы попасть в следующий ролик. Ну а с вами, как всегда, был я, ваш любимый Личи. Ссылочку на в игру я оставлю в описании. Качайте, поиграйте, может быть, вам понравится, поиграем вместе. А с вами, как всегда, я реально был ваш Личи. И всем до скорых встреч, дорогие друзья!